24 октября в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» Казанского федерального университета состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля «День первокурсника». Участие в нем приняли лучшие творческие коллективы Казанского федерального университета. Это студенты 16 институтов и юридического факультета КФУ. Ко всем присутствующим обратился ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодняшний день – это уже не просто фестиваль студенческого творчества, а целое событие в жизни нашего университета, без которого, наверное, сложно представить студенческую жизнь в Казанском федеральном. Наш фестиваль, он тоже юбилейный, он 10-й нашей истории. В этот вечер свои творческие способности продемонстрировали первокурсники с 23 коллективов Казанского федерального университета. Мы выступаем с номером Лианы, ну как бы так сказать, ну женственный очень номер. Для начала задумка была то, что мы в принципе Лианы, то есть свойственный цвет это зеленый, также пояс вот золотой, чтобы акцент был джунглей и золотые блестки. На гала-концерте зрители наблюдали за зажигательными танцевальными номерами, театральными постановками и песнями. Мы очень долго готовились, приложили очень много усилий, были усердные репетиции. Я считаю, что получилось нереальное шоу, нереальные эмоции, мне кажется, каждый получит, кто будет присутствовать в зале. Да, на такой большой сцене я, конечно, впервые выступаю. Я пою в коллективе «Зорница». Важной частью гала-концерта «День первокурсника» является закулисье. Пока зритель на сцене видит конечный результат, веселые песни, зажигательные танцы. Здесь работа идет полным ходом. Мне сложно было повесить ленты. Вот такие трубы, по сути, с светодиодными лентами, потому что очень тяжело прокинуть провода, очень тяжело это зафиксировать, чтобы оно смотрело прямо в зал, прямо у зрителя. Я готов каждый день, просто вот с утра до ночи, техники действительно ночью здесь остаются, монтировать декорации, отстраивать какие-либо сцены в представлении. То есть это прям очень классно. Гран-при за лучшую концертную программу в малой группе досталось творческому коллективу инженерного института. Гран-при в средней группе получил юридический факультет. Обладателями гран-при в большой группе стали одновременно три института. Набережно-Челнинский институт, Институт управления экономики и финансов и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Наш телеканал вел прямую трансляцию с гала-концерта фестиваля «День первокурсника». Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.